Продолжается расследование громкого дела о мертвом младенце. Напомним, тело новорожденной девочки 1 апреля вечером в лесу возле больничного городка нашел случайный прохожий. Младенца нашли недалеко от родильного дома. Плюс к этому, по нашей информации, служебная собака, взяв след, привела именно туда, к приемному отделению. Вероятно, поэтому была назначена проверка всего медицинского учреждения. Она еще идет полным ходом, и о результатах говорить пока рано, ответили нам сегодня в следственном отделе. Но одним из предварительных результатов все же поделились. В самом родильном доме все младенцы, которые там числятся по списку, на месте. Мы напоминаем вам телефоны, по которым можно позвонить, если у вас есть информация, которая поможет расследованию. 75 67 44 или 02. Особенно следователей интересует информация о женщинах, чья беременность закончилась ничем. Нет младенца на руках. Звоните. Те, кто так поступал с ребенком, не должен уйти от ответа.